Итак, приступаем мы к разборке таких вот двигателей. Курсор 13, снятый с трактора. С какого, не знаю. Модификация F3B. Будем разбирать оба, дефектовать и собирать. Возможно, оба. Так, приступим к снятию поддона. Поднимем, снимем поддон и будем собирать дальше. Так, видим тут два старых залома, один сейчас новый, еще два залома старых. То есть тут заломов достаточно, один мой новый и второй сейчас заломался. Комп у нас шумит. Так, теперь, чтобы нам достать сальник, берем специальное приспособление вековское, оригинальное вековское приспособление, и зажимаем обжимку беговую и выдавливаем. Если бы крышка была вкручена, выдавили бы так, а так вместе с крышкой снимем, потом выбьем. Вот оригинальный номер. Далее, чтобы помпу. Далее нам, чтобы снять помпу, берем два болта. Восьмерочка и вкручиваем. Точнее, десятка. Здесь специально два уха есть, которые мы вкручиваем эти болты. Чуть-чуть поджали. Вот таким образом все снимается. Это зеленка там. Okay.
демпфер. Так у нас все это здесь выглядит. Красота, да и только. Видимо, тек сальник. Либо еще откуда закидывал, здесь снизу открыто. Что, мы снимаем сейчас крышечку сапуна. Снимаем клапанную крышку. И будем снимать головку. Вот так вот у нас все разобрано теперь. Вот так вот все тут выглядит. Горелое черное масло. Именно жженое какое-то по цвету. Нету моторного тормоза. Просто как успокоитель. Трубка здесь такая иногда идет. А это просто как придерживающий. Без подачи давления масла. Снимаем. Ось коромысел. Снимаем эти скобы. Снимаем. Распредвал нормальный, в хорошем состоянии. Включим два болта потайной. Вот этот. И теперь так же, как и с помпой, вкручиваем сюда. Ну, здесь можно три болта. Еще достаем отсюда распредвал. Все откручиваем ГБЦ и поднимаем. Клапана видно, что клапанами било по гильзе. Это клапан бьет, когда направляющая разбита.
здесь. Вот так вот. Это направляющая. Так вот выглядит он теперь. Вот третий цилиндр, тоже направляющая, сломанная. Ой, страшно тут. Диск. Ну, выпуск неоднозначный, пипец. Нет, тут совсем не болтает. Ну, так, немножко. Чуть-чуть. Наверное, седло придется менять, выпуск. Очень все плохо. Печально, да? Угу. Еще. Останешься. Ребята. Чуть-чуть такой легкий, большой. Ну, собственно, то, что мы видели на гильзах. Царапины, задиры, то есть уже терло по гильзам из-за такой люфта. Также седла выпускные под замену. Выпускные клапана притрем. Пуск у нас пойдет. Выпуск есть под замену. Вообще раскрошилось. Половина ее осталась там. Ну, а так в целом все неплохо. Итак, глава у нас выпуск седла. Клапана направляющие, стаканчики под замену, соответственно, вкладыши, гильзы, кольца, и все остальное нормуль.